Итак, снова здравствуйте, это снова «Курящий из окна», и в последней серии я предвидел то, что это будет очень интересная серия, потому что я буду дико тупить, пытаясь понять, куда меня должны вести эти транспортеры. Они же... Как это правильно называется? Еще... Конвейер, во. Но я как-то не поехал по нему сначала правильно, поэтому хочу посмотреть все, что мне... Было бы, если бы я по нему поехал правильно. Ну, собственно, ездить по нему правильно, похоже, смысла особенного нету. Любой правильный путь меня приведет в какую-нибудь бочку. Единственное, да, надо из нее правильно научиться вылезать. И, наверное, надо падать на все нижнее и нижнее. Просто меня туда привезет, и все! Не хотел я так, черт. Тут внизу еще и хэдкрабы, да? Поизучать, что ли, что у нас внизу вводится. Чё-то я не думал так. Да, похоже, вниз мне не очень нужно, наверное. Может быть, вообще можно в эту машину залезть. А, так у меня был путь, что ли, просто попытаться аккуратно спуститься и вниз, чтобы не убиться, и все по этим транспортерам. Так они меня абсолютно никуда не приведут, что ли? Очень возможный вариант. Единственное, там можно было куда-то назад пойти, куда я уже как-то ходил. И теперь я сомневаюсь, что... Да. Как-то я сомневаюсь, что мне туда... Тогда привело бы туда. Ждите-ка я назад действительно схожу. Куда я окажусь таким методом? Я вроде уже смотрел, куда я окажусь, но... Еще не до конца. Так. Еще можно назад. На задея. Не, на задея нельзя. Так. Здесь явно мне не рады. О, кстати, прикольный стопор. А, так это просто... Стоять? Вот эта лента закручивается и сюда выезжает, что ли? Я хочу посмотреть. Ну, блин, чё ж ты присевший так медленно едешь-то? Едь быстрее. Нет... То есть туда можно пройти за эту взрывашку и понять, что там происходит. Сейчас я посмотрю, что здесь происходит. Интересно, я сейчас, если я встану, я тоже головой упрусь сюда и не смогу ехать, пока не присяду. Да, точно. Ну что ж, у меня есть совсем немножко патронов. Я бы даже сказал, совсем-совсем немножко. Так что я могу сломать ее. Не могу, да? Могу. Но один патрон, черт возьми, лишний потратил. Переиграть бы, но как-то лень. То есть мне сюда еще и надо, да? Можно взрыв пакетами это все сломать. Может, тут четкий расчет на то, сколько у меня патронов должно было остаться. Не, здесь я выстрелить просто в нее не смогу, так чтобы меня не задело. Так что взрыв пакеты, похоже, наш все. Ну-ка, ну дай туда-то пролезть. А чё, нельзя дальше, да? Эй, я же правильно лезу с приседанием. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да, нет-нет-нет, да блин. Реально нельзя. Я не приседаю, прыгаю. Ну, чёрт возьми. Ладно, просто проверим, взорвет меня до конца. Не, не взорвет. Чё нас здесь ждет тогда? Наверное, здесь можно было оказаться и другим путем. Не тратить всех этих патронов. Хм, по вентиляциям пролезаешь, что ли? Но мы уже выбрали свой путь, и, наверное, он здесь правильный. Внизу еще что-то есть. Двери какие-то. А, кстати, прикольно, там есть двери, в которых я мог оказаться. Эй, да... А, ну понятно, я просто здесь бы оказался другим путем. Как мне не нравится этих от краба, ни одного еще не сумел взять, чтобы он меня не ударил. О, одного успел. Так, не, пойду я, знаете ли. Все же как-нибудь относительно правильно, как я и хотел. Правильно и красиво я пойду.
нагрузить отсюда с начала серии и прыгать четко по конвейерам, просто вниз. Никуда с них не лазить. Просто по конвейерам. Просто спуститься вниз, и все. И ничего, не искать такого страшного и непонятного. А, это я уже... Эй! Кто сказал, что меня надо жарить? Было бы тут еще все как-то по-разному нарисовано, она очень похоже нарисована. Как здесь спуститься красиво? Видимо, спуститься совсем не потратив здоровья нельзя. Ну тогда я выберу путь, которым я и хотел пройти, заодно проверю. Если я так пойду, окажусь ли я точно там же, где я думал, что я окажусь. Вот как все-таки правильно ловить хэдкрабов? Но ты на меня прыгаешь, я от тебя не успел убежать, да? Вообще, можно успеть? Может, в сторону надо отходить? О, успел. И у тебя нету времени очухаться, ты пока поворачиваешься, я тебя убиваю. Круто. Я понял теорию. Знаю пароль. Я вижу ориентир, как говорится. Откуда у меня это вылезло? Так. Главное, что вы не переоживаете. Сюда можно. Зачем сюда можно? А, я сюда бы тоже мог выпасть как-то. Если бы я из бочки выпал. А может, я не прав. Так, стоять. Отсюда я пришел, сюда я могу пойти. Ну да, вот это похоже та дверь. Которую нельзя открыть с этой стороны. Блин. А как мне тогда возвращаться по-красивому? Здесь же, по-моему, на конвейеры никак нельзя вернуться наверх. Хм. Еще один момент, когда я все запорол и никак не исправить. Здорово. Не, реально. Че, реально? Или я двери могу взрыв пакетами взрывать? Сейчас я еще раз здесь проверю. Нету ли здесь каких-нибудь лестниц? Что означает... А, стейрс, я думал, тут статус написано. Что такое стейрс, я, к сожалению, не знаю. Лампочки побить им. Ну, тогда проверю взрыв пакет и будем снова грузиться оттуда же. Ну? Нет, взрыв пакетами двери не открываются. Фигово. Что сказать? Фигово. Значит, грузимся. Это я сохранялся здесь уже. Это что за загрузка? А, это какая-то из загрузок средней полосы. Здесь я могу еще куда-то сюда пойти. А, здесь я не могу, здесь я никуда не приду, да? Так. Здесь я бывал уже. Так, там печка. В печку я не хочу. По трубам увидел, что это печка. Так, ну, допустим, в чан. Это печка. Не, похоже, самый оптимальный вариант, от которого я с самого начала выбрал, идти назад. Это снова печка, да? За свечку. Свечка! В печку. Может, мне охладиться надо? Может, я горю до сих пор? О, чьи-то конечности. Я иду к конечностям. Нет, я не иду к конечностям. Здесь я бывал уже. Похоже, снова возвращаемся к началу серии. Идем назад и не мучаемся. Нет, это не начало серии еще. Это что ли? Не, быстрым сохранением у меня начало серии быть не может. Нет, это слишком поздно. А, ну да, вот практически начало серии. Так что пойдем назад и не будем испытывать судьбу. Как возможно, так возможно. Главное успеть то в эту взрывашку бросить взрыв пакет, пока я не пересел на другой. Или это вообще не про взрывашку? Черт, как же я запутался, однако. Как же. Ну да, вот первая взрывашка.
Ее мы можем взорвать так. Тратим один патрон. Не мучаемся. Вторую взрывашку, по логике, я должен суметь взорвать взрыв пакетом. Вот так вот он поехал. Да, и он куда-то упал. Он не держится на этом. Ну, теперь осталось только, взорвал ли я ее. Да, я ее взорвал. С максимальным количеством здоровья, идем далее. Спущусь-ка я сюда все-таки. Открою эту дверь. Нужно ли мне это было? Прыгай на меня, я научился с вами обращаться. Нормально. 16-й серии, или какая это, 15-я? Наконец научился бороться с основными противниками этой игры. Это так мило, это так радует меня, вы бы знали. Давай, последний. Ну, повернись ко мне, уважай меня. Уважаешь? Тогда прыгай. Ну, прыгай, блин. Блин. Что он меня слишком уважает. Убил? Убил. Да, снова эти стейрс. Соответственно, возвращаться можно, а вот... идти через эту дверь нельзя. Жалко. Ну, все. Хорошо, что здесь есть эти поребрики. Ведь по логике наверняка не сюда, а? Наверняка вот сюда еще раз перепрыгнуть надо. Наверняка разные... да, это разные пути. Надо будет проверить, что там. Может, это, конечно, в разные просто... О! Снова зубки. Что, проверить, что там, или не проверить? Наверняка там такие же зубки будут. Но проверить хочу. Да. Не то сохранение. Допустите вы меня. Нет, за сохранением быстрее будет. Ай, не сохранить, загрузить. Это вроде... да. В какой я там лазил? Лазил я в неудобный. Соответственно, мне надо сейчас в удобный полезть. Куда меня удобный привезет? А, удобный меня, похоже, ну не совсем туда же. Почти туда же, в то же самое место, но не туда. Эй! Нет, чтобы сразу в зубки упасть. Нет, ты меня еще бить хочешь. А, то есть, наверное, в том никто не выпрыгивает, а в этом выпрыгивают. Да, вот здесь вот, причем абсолютно не пойми, откуда падают хэдкрабы. А там такого не было, да? Здесь вообще тоже хэдкрабы... А, не, вот здесь как раз мясо падает, в этом и есть благодарность мне за то, что я... перевыбрал путь, по которому идти. Не полез туда, куда удобнее. Чё-то тут как-то... снова все непонятно, все зеленое. Там кислота. В кислоту мне, наверное, не стоит лезть. Или стоит... а, если меня возьмет барнакл, я упаду в кислоту. Наверное, только за этим там есть лестница. На этих приступочках нету патронов. Не вижу патронов. Прыгнем, проверим. Не, ничего там нету. Кстати, химическая опасность довольно... довольно долго меня убивает. Не хочу сюда. Хочу сюда. Чё, кто-нибудь сейчас выпрыгнет? Вспоминаю, как в Half-Life 2, эпизод 2, когда я так поднимался по лестнице, и здесь морда Вортигонта появилась. В серии, по-моему, Скримеры хороши называлась. Чё тут... High Radiation Area. Блин, зона высокой радиации. Какое впечатление, что я в фильм Куб играю. В какую зону не залезешь, везде какие-нибудь опасности. Давно не смотрел, кстати. Может, пересмотреть, но что-то как-то... Ну... Кто скрипит там? Вы еще скажите, что я не в ту сторону пошел. Здесь же больше деваться-то некуда. Вроде как.
То есть все-таки... А я тут не смогу отсюда вернуться назад. Соответственно, нет, я не ошибся. Хм. Интересно, приземлился? На приступочек, которого нет. Ай. Я застрял. Прыгай. А, блин, не в бок прыгай. Да барнакл ты, блин. Чё тебе нельзя по хоботку бить? Может, ты меня куда-нибудь затянешь? Может, тут что-нибудь интересное есть? Не, нет. Тем тебе хуже, убей быстрее. Понял? Блин. Блин. Да барнакл, гад ты. Этакий. Надо будет падать куда? Надо будет... А, если я упаду на конвейер, меня убьет. Мне быстрее грузиться. Быстрее грузиться, но чем же мне это поможет-то? Куда здесь деваться-то можно? Или именно сюда надо взрыв пакет устанавливать? А я их протратил, нет? Хм. Но взрыв пакет у меня есть, допустим. Да. А вот сейчас только скажите мне, что второй взрыв пакет мне тоже обязательно понадобится. Надеюсь все же, что нет. Чё ты мне моргаешь, а? Чё ты мне моргаешь? Прыгай, прыгай в ямку. Кстати, интересно, действительно он умеет прыгать в ямку? Не буду я это проверять. Ой, питомник. То есть открывается... А, или это все-таки обычные собаки, которые просто превратились так? Или же все-таки наша лаборатория уже их имела? Здесь складировала. Гордон, правда уютный домик? Мы можем здесь жить, а не пойти никуда дальше. Ха. Не, вот это вот со взрыв-пакетом загадка меня обзадачила. Теперь я буду сохраняться еще чаще. Провода какие-то. Хай-вольтаж. А, ну это просто заборчик, чтобы они не убежали. Отсюда это ворота. Хорошо. Рычит кто-то там на заднем плане, скрипит. Ну вообще не, я что-то подумал, что вряд ли мне нужна будет еще одна взрывашка из тех, что я подобрал, потому что там был момент, где без нее не пройти без урона. Как раз там, где надо было синий луч. Оу, oh, yeah. Ты у нас очередной босс, да? Дай-ка как-нибудь красиво с тобой снимусь. Ой, блин! Снялся, называется. Я с тобой селфи хотел всего лишь. Чё ты такой... Чё ты такой злой-то? Селфи не любишь, да? Ну правильно, когда тебя делали, а селфи еще никто не знал. Ты еще умеешь с места слезать? Хм. А, это то оружие из Коопа. Ха. А я смогу с тебя его снять, да? Или нет? Я хочу здесь встать, сделайте мне такое же. Тогда я им никогда не пользовался на самом деле. Селфи не сделали. Правда, правильно. Селфи я тоже не люблю. Хм. Хм. Странно. Был уверен, что можно снять и им пользоваться. Наверное, это как-нибудь подальше, или я не понял, или на Е надо на тебя нажать. Нет? Откушу, откушу руку. Если кто не знает, это такое оружие, которое такими таракашками, по-моему, стреляется. Которые потом бегают по уровню и всех дико раздражают. Надо бы вообще как-нибудь поиграть в онлайн Half-Life 2. Тоже на запись, что ли? Показать то, какой я там нуп и не умею. Но это мое детство. Да. А вот и не выпрыгните, поняли? Гранату бы к вам кинуть, ну ладно. По-моему, они действительно не умеют. Хм. Снова какие-то кнопки. Может быть, эта кнопка... А, эта кнопка наверняка опускает эту сетку, да? Я, конечно, это проверю. А не, блокирует просто. А что с вами будет? Вас испепелит? Да! Убивай, убивай всех, кто там. Только не меня, пожалуйста. Хм. Убила. Молодец.
Вот это меня уже порадовало. Не все мне подстава, некоторые все-таки и в радость. Да! Блин. Оружие мне дай, понял? Понял? Во, молодец. Всего лишь наполовину меня покоцал. Подствольника у тебя 4, да? Или... Патронов у тебя мало, все на меня истратил. Надо себя поковырять, наковырять из себя патронов. Правда, я из себя только... Вот я не помню, что такое пуля и что такое патрон. Патрон — это пуля плюс порох. Или пуля — это патрон плюс порох. Там наверху не очень хорошо все заперто. Надо найти кого-нибудь, у кого есть доступ к сканеру и кто поможет нам открыть входную дверь. Уверен, что в некоторых лабораториях еще прячутся ученые. Может быть, найдем их, и они помогут нам выйти наружу. Ну, это все разговоры с той же серии, что... Этот курок, это на самом деле не курок, а спусковой крючок и так далее. В принципе, думаю, большинству людей без разницы, что я скажу, пулю или патрон. Главное поковырять. На фонарик я... А, вы... У вас почасовая обхода, да? Ой-ё. Я думал, я сумею от вас как-то аккуратненько. А вы как-то не хотите аккуратненько, в башку мне стреляете. Мне бы из вас патронов набрать. Ба-ба-ба-лина. Чё это было? Опять граната. Опять граната. Так, если я медленно пойду, вы меня услышите? Вы меня увидите? Может, надо дождаться, пока они... Туда, взад уйдут. Эти два. Да. С гранатой у меня ничего нету, да? С револьвера у меня 6 патронов. Ну, в принципе, вот таким вот образом. Что вы мало с собой патронов носите, реально. Вон, дробовик. Дробовик мне бесполезен, потому что он вблизи не стреляет. Ну, остаток добью. Побежали куда-то уже. Нормально, как раз подобрали. Видимо, как раз на одного примерно 25 патронов нужно. И вот успеешь ли ты возобновить свои запасы? Сначала хочу костюм, потом уже пойти туда, куда по глазам пускают. В принципе, что я вру, я на самом деле все изучить хочу. Не только то, куда по глазам пускают, но... Сюда мне пока что нельзя. Минус одно место. О, меня что, на улицу выпустят? Было бы хорошо, на улице мы давно не были. Сюда тоже не пускают, кто-то там разговаривает уже. Эй. Что, мне сюда Блин. А, я здесь уже был, да? Не, я здесь не был, здесь нету этого ящичка с каткрабами. Ну, зато полная лечилка. Надо было все-таки поковыряться там, в этот. Вернусь-ка я назад, все-таки попробую предъявить свои зрачки. Проверю, работает это или нет. Выколят мне глазки. Не выколят, но и не откроют ничего. Так что в этом я прав, можно спокойно идти. Сколько там времени у нас? 25 минут? Не, можно еще пока что. Поиграть немножко, может, как раз доиграю до логического окончания этой ситуации. Что у них столько предупреждений? То ли это огонь не открывать, не зажигать, то ли мусорками пользоваться. Кнопочка опять. О! Ой-ё. У меня пистолета нет, черт. У меня есть куча патронов, который я хотел бы попользовать не с автоматом, а с пистолетом на самом деле, но... Но придется их тратить из автомата. О, арбалет. Не зря сюда сходил. Ох, не зря. А, не попал. Патроны кончились. В дробовике у меня, ну в дробовике у меня что-то есть. Тык-тык-тык.
ты кто? О, ты как раз то, что я думал. Все-таки ты не на руку надеваешься, тебя просто так взять можно. Это матка этих таракашек. Кстати, если его долго держать в руках, можно, по-моему, дождаться каких-то забавных моментов. Хочу сейчас посмотреть. По-моему, Гордон его будет пальчиком тыкать, а ему это не понравится. Или я не прав? Ну, давай. Сейчас промотаю. О, вот то, чего я хотел. Реально, такая милаха. Увидел бы такую, залез бы на люстру. Ладно, не буду я их пока что раскидывать. Я чувствую, они довольно крутое оружие считаются здесь. Наверное. Их можно закинуть куда-нибудь, где много соперников. Да? Чё я такой левый-то? Да, блин. Хоть снова автоприцеливание включай. А, снова забыл на три... Снова забыл на два ствола стрелять, было бы лучше. Ну, как-то... Как-то так. Так, а здесь я уже был, да? Просто эта дверь у меня открылась, и все, до этого не открывалась. Достали эти... Двери в одну сторону как-то... Двери с обратным клапаном. В одну сторону пускают, а другую не пускают. Есть такая штука, по-моему, когда стиралки ставишь, еще что-то. Чтоб ничего не случилось, не дай бог. Так. Это... Я туда пока что не хотел. А, туда можно как-то пройти, да? Я, наверное, пока что их взрывать не буду. Оттуда вылезет какая-нибудь дрянь. А я как... Не взорву там ничего, и она сама взорвется. Не, здесь я был. Наверное, все-таки надо наверх. Здесь я вроде был. А, здесь я был, да, но подобрал и не пошел дальше, точно. Нет, что-то ничего нельзя делать. Странно. Может быть, отсюда надо эти взорвать? Ну, хорошо, взорву. Ага, точно. Че, еще один босс? Да, еще один босс. А давайте посмотрим, как его кусать будут. Нельзя кинуть почему-то. Странно. Да. Сколько у меня в арбалете, интересно, этих патронов. Да, снова мухи. Сейчас на мух надо тараканов. Да возьми ты подствольник. У меня их много. А, подствольник сразу хватает. Муха пролетела. 70 хп. Так. Если со мной снова не будут чудесов делать, да? Нет, чудесов со мной делать не хотят. Здесь тоже. Ну, хорошо. Не забудем подбирать патроны, а то сейчас у меня с ними крайне тяжелая ситуация. Взрывашка. Может, ничего нибудь есть, но нет, по-моему, в ней ничего не бывает. Можно бы его сюда загнать было и взорвать, но... Это как-то уж слишком сложно для меня. Дверь. Могу засесть в окно, но пролезть туда, к сожалению, не могу. Ладно, наверное, пусть каким-то другим способом туда... Ой, блин. Витрины, блин. Музей. Там еще и электричество. А, это электричество все-таки их должно потихоньку убивать, да? Да-да-да-да-да, просто я не успел. Вы еще и живые. Когда мне пистолет-то уже дадут? Я хочу пистолет, а не револьвер. Здоровья мало. Конечно, не сильно кусаются, но все равно довольно заметно. Главное, по-моему, мне сюда можно было вообще не идти. По-моему, мне надо туда, куда ящиками загорожено. Или сюда, или отсюда я пришел. А, это...
Понятно, это возврат назад. В костюме у меня осталось, заряд к ней не осталось. Глаза мне по-прежнему не дают. Хорошо, значит, за ящики надо. Ну, в принципе, за ящики мы, наверное, в следующем видео отправимся. Ну, а пока что это был курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь. До свидания, пока. Сейчас, чтобы провериться, как раз сюда зайду, посмотрю, будет меня током бить. Нет, как-то шоковое лечение на меня не действует. Видно, мозг маленький совсем. Все, пока.